Напомним, в ходе посещения Бухарской области глава государства принял участие в церемонии запуска новых предприятий и социальных объектов, необходимых для полноценного экономического инфраструктурного роста региона. В их числе и новое медицинское объединение в Бухарском районе. Главная цель – оказание квалифицированных медицинских услуг населению. В год здесь планируется проводить более 2000 высокотехнологичных операций. Какие именно медицинские направления они охватят? Далее в программе. В рамках визита главы государства в регион сдана в эксплуатацию центральная больница, что стало знаменательным событием для 170-тысячного населения одноименного района. Рассчитанный на 225 мест, социальный объект отвечает современным требованиям. На реализацию данного проекта было направлено 36 миллиардов сумм бюджетных средств. Медучреждение располагает возможностью проведения высокотехнологичных операций. Мы очень рады, что Бухарское медицинское объединение начало свою работу в новом здании. Новое оборудование, современные условия, просторные светлые залы и кабинеты. Такие условия удовлетворяют как медработников, так и пациентов. Таким образом, квалифицированные медицинские услуги становятся ближе и доступнее. Выражаем благодарность руководителю страны. Один из актуальных вопросов связан с формированием квалифицированных специалистов. Второй, не менее значимый фактор – наличие функционирующей материально-технической базы. В результате внимания главы нашего государства к сфере решены эти и другие важные аспекты. В передовых медицинских центрах страны и за рубежом мы видели созданные там условия и очень ждали, что такое оснащение будет и в нашей области. Примечательно, что аналогичные операционные блоки также создаются в районных больницах. За счет стабилизаторов современной электрическое оборудование защищено от скачков электроэнергии. Пациентам нет необходимости уезжать за границу. Достаточная оснащенность учреждения позволяет предоставлять медицинские услуги на высоком уровне с применением передовых методов диагностики и лечения. Раньше приходилось ездить в областной медицинский центр. Теперь все это есть и у нас. Здесь очень красиво, светло и приятно видеть, что наши медработники принимают нас, пациентов, в таком учреждении. Глава государства отмечает важность внедрения здорового образа жизни среди населения, и новый объект в этом ключе должен стать образцовым. Исходя из поставленных задач, в учреждении проведен первый учебный семинар. В ходе визита в Бухарскую область глава государства обратил особое внимание махалям, в частности, широкому приобщению жителей к здоровому образу жизни. При содействии республиканских специалистов мы проводим учебные семинары с активистами махалей. На сегодняшний день в Бухарском районе функционирует 36 сходов граждан. И хочется отметить, что для всех эта тема важна. Сами жители тоже заинтересованы в этом процессе. В связи с открытием клиники Министерством здравоохранения безвозмездно передано дополнительное медицинское оборудование.